Ни для кого не секрет, что газ не только благо для человека, но и источник повышенной опасности. Внушительная часть взрывов бытового газа и пожаров в жилых домах – следствие неправильного использования газовых приборов. А о правилах безопасности обращения с ними пангадинским школьникам рассказали надымские газодобытчики, участники проекта «Школа грамотного потребителя». Как правильно пользоваться газовой плитой и какие принимать меры в случае обнаружения запаха газа? Ответы на эти и другие вопросы школьники теперь дают, не задумываясь. Также волонтеры передали в школьную библиотеку азбуку для потребителей услуг ЖКХ, специально разработанную партийным проектом. Лекции всегда проходят весело, в форме диалога. Мы стараемся не нагружать школьников лишней информацией. По итогам урока мы спрашиваем простые элементарные вопросы, на которые они, в принципе, уже отвечают. В начале урока таких ответов у них точных нет. Поэтому мы считаем, что эта деятельность, безусловно, важна, и она влечет за собой безопасность газа для нас всех.